Илья скромный, Илья сдержанный, ну и чувствуется в нем стержень. Я смелый, сильный, умный и добрый. Учит стихи, поет песни, учит их абсолютно наизусть от начала до конца. Я хорошо умею собирать мозаики. Сначала Илье не нравилось ходить в садик, но потом он адаптировался и сейчас с большим удовольствием посещает детский сад. Мне нравится ходить в садик и гулять с друзьями. У меня там много друзей. Пока он теряется в выборе, но говорит, что хочет стать военным, как папа, и работать вместе с папой. Я хочу стать военным, потому что они ходят красиво, с флагами по площади. Ну, мне кажется, он еще маленький, определенных обязанностей у него нет, за исключением мелочей. То есть покушал, убрал за собой тарелочку в раковину. То есть пытаюсь его приучать убирать за собой вещи. Ну, бабушка мне покупала пистолетики водяные. Я брал тряпку, этот пистолетик, мочил, а потом вытирал тряпкой. Еще я убираю игрушки и мою мебель. Он любит складывать лего. Ну, немного пазлы, ну и что, бич современности – это гаджеты, телефоны, компьютеры. Ну, играть в догонялки, в прятки. Велик и самокат – это у меня нет, потому что, ну… Наверное, построить большой дом, в котором мы будем жить все вместе. Мама, папа, дедушка, бабушка, баба Лена и деда Саша. Я хочу зимой отправиться к бабушке Лене. Я буду там гулять и отдыхать. Илья похож на папу, ну, из внешних признаков. Высокий, стройный, такие же волосы, такие же глаза, цвет кожи. Копия. Так и знакомые друзья говорят. Ну, копия папа. Больше на папу. У нас лица, ну, почти в один в один. Ну, вообще, я с Кирюшей тоже похож, а это мой братик. Не любит мясо, но вот последнее время вот прям что-то как-то завуалировано кусочками какими-то, что-то по чуть-чуть, в основном Илья. Рис с молочком, макароны с молочком. Пельмени и мясо, потому что они дают много сил. Наверное, лето, как у всех, потому что можно поехать в отпуск к бабушке, можно поехать на озеро купаться, можно поехать на море. Ну и, я думаю, зима тоже не остается без внимания, потому что зимой у него Новый год, и накануне Нового года у него день рождения, он об этом знает. Зима, потому что мы всей семьей лепим снеговиков и играем в снежки. Кошка, потому что кошка очень защитная для человека. Она ловит крыс и мышь. У нас дома есть кот, но я бы не сказала, что он испытывает к нему огромную любовь, потому что кот достаточно такой строптивый и ведет обособленную жизнь. Может быть, какое-то дикое животное привлекает. Тигр, лев.